Температура хранения препаратов контурной пластики – это от плюс 2 до плюс 25 градусов. Сзади на коробочке написано. Поэтому если у вас в помещении, где вы храните препараты, например, там комнатная температура и выше 25 градусов, препараты оптимальнее всего хранить в холодильнике. Если вы живете в регионе, в котором летом высокая температура, препараты лучше всего хранить в холодильнике. Дело в том, что гиалуроновая кислота меняет свои реологические свойства при высоких температурах. Она начинает течь. Значит, мы с вами храним препараты в холодильнике, если у нас температура выше 25 градусов. Перед процедурой за час препарат вынимаем из холодильника, потому что иначе он более жесткий, препарат вам тяжелее будет вводить, может срыв иглы произойти, пациенту может быть болезненно, поэтому препарат вынимаем из холодильника минимум за час до процедуры, чтобы он пришел в комнатную температуру. Если вы берете шприц в руки, и у вас шприц прохладный, соответственно, его можно погреть механически, да, тереть в руках, он погреется, он наладит свои реологические свойства. Обращайте, пожалуйста, ваше внимание при покупке и доставке препаратов на температурный режим. Если вы берете, там, допустим, вы заказываете с курьером, если вы берете и у вас коробка ледяная, не берите этот препарат, пусть вам доставят коробку в нормальном температурном режиме. Очень важно сохранение температурного режима, и я могу сказать, что компания «Кармиаль» при транспортировке мы соблюдаем температурный режим.